Аэропорт Цзинчжоу. Самый богатый человек Цзинчжоу, Джан Динфа. Какую большую шишку мы ждем? Даже весь аэропорт перекрыли. Вот же придурки! Вы даже этого не знаете! Тот, кого мы ждем, выиграл сотню сражений, достиг больших успехов в армии и является единственным 9-звездным богом войны в стране – Драконий Маршал! А он правда настолько силен? А ну, закрой свой рот, если не хочешь умереть! О, добро пожаловать, господин Драконий Маршал! Я Джан Динфо из Динфо Групп. О, вам не нужно больше ждать здесь. Господин Драконий Маршал уже вышел. Надпись на записке. Брат, те, кто убил меня, это Линь, Мяу-Мяу и Джан Кай. Брат, ты должен отомстить за меня. Подпись. Цян Сюнь. Я обязательно отомщу за тебя, брат. Господин, командир Ли из Цзянчжоу ждет вас в машине. Понял. О, господин Драконий Маршал! Больше не смей обращаться ко мне этим именем, понял? Да-да, простите меня за мою небрежность. Что я могу для вас сделать, сэр? Мне нужно знать, где эти двое. Сегодня вечером молодой директор Динфо Групп Джан Кай договорился с Линь Мяу-Мяу о поглощении Сюньцзе Групп. Также были приглашены известные люди Цзинчжоу в особняк Сюньцзе на банкет. Хорошо, пусть будет так. Я буду присутствовать на этом банкете сегодня вечером. Да! Отель Динфа. Мяу-мяу, ты наконец-то стала моей. Этот идиот, Цзян Сюнь, мы даже сначала не поняли, что убили его. Этот идиот, Удалан, никогда бы не подумал, что девушка, которую он любил больше всего на свете, и его собственность, станет моими, да? Дорогой, не говори о нем, мне от этого становится плохо. У нас не будет такого же жалкого конца, как у них. У нас обоих будет светлое будущее. Господин Джан, я должна сообщить вам кое-что важное. Чего? И что ты хочешь сказать мне в такой важный момент? Это очень важно, и об этом я должна сообщить вам лично. Ну тогда быстрее, рассказывай. Речь идет о сегодняшнем банкете. Господин Драконий Маршал уведомил нас, что будет присутствовать лично. Чего? Эй, ты в порядке? Да. Эй, куда ты идешь? Сейчас же отправляемся в особняк Сюньцзе. Мне нужно подготовиться
к встрече с драконьим маршалом. Я не ожидал, что господин драконий маршал лично посетит нас. Похоже, небеса благословили нашу семью Джан. Но разве он не просто солдат? Почему ты так взволнован? Потому что господин драконий маршал – человек, находящийся на вершине мировой иерархии. То, что он посетил наше мероприятие – большая честь для нас. Да-да, я уже вижу блестящее будущее семьи Джан. Эй! В чем дело? Почему ты так внезапно затормозила? Я не могу ничего поделать. Какой-то старик выскочил на дорогу. Вот же чертов старик! Как ты смеешь прыгать перед моей машиной? Неужели смерти ищешь? Это ты! Ты убил моего сына! Я повещу весь Цзэнчжоу и заставлю тебя заплатить за это! Сумасшедший старик! Этот старик? Приемный отец Цзян Сюня. Он, скорее всего, пытается восстановить справедливость за своего погибшего сына. А ну, убирайся с глаз моих! Ну и что, если ты знаешь, что я убил твоего сына? Ты всего лишь старик. Думаешь, ты сможешь тягаться со мной, директором Динфан Групп? Ух ты! Ты! Избавьтесь от этого мусора и держите его подальше от торжества! Да, господин Джон! Ах ты хрен старый! Смеешь еще устраивать неприятности молодому господину Джону? Похоже, пришло время хорошенько его побить! Даже если я умру, я добьюсь справедливости за Сюн-Ира! Ну что ж, тогда иди к черту! Прости, дядя. Я опоздал.